семья писала о себе справку, рассказывала о том, в общем-то, какую историю своих предков она знает. Дальше семья рассказывала о своих достижениях, причем не только о достижениях детей. Как правило, это всегда, ну, наверное, более просто сказать, но и о тех достижениях, которые имеют родители, о тех достижениях, которые имеют бабушки и дедушки.